Дим, какого черта мы тут делаем? Мы ждем. То, что нам надо, это включить мозги. Мне скучно, пойду проверюсь. Хокни, останьтесь. Меня просили передать вам одно предложение. Моему хозяину нужны ваши услуги. На один день. Очень опасно. Он полагает, что не все вы останетесь живы. Но те, кто останутся, получат 91 миллион долларов на всех. Кто ваш босс? Я работаю на Кайзера Сози. Я пришел с предложением от господина Сози. Даже с приказом. Что значит «с приказом»? В 82-м году вы, господин Кейтон, участвовали в угоне грузовика в Баффало. В грузовике был сырой металл, принадлежавший господину Сози. Груз направлялся в Пакистан для ядерного реактора. Вы не могли знать об этом, потому что человек, перевозивший груз, не знал, на кого работает. В этом году господин Фенстер и господин Макманус захватили самолет в Нью-Йоркском аэропорту. На борту было золото и платина, предназначенные для перевозки в Пакистан. 2 месяца назад господин Хокни угнал в Квинси грузовик, перевозивший оружие. Оружие должно было быть переправлено в Белфаст. И вновь господин Сози использовал людей, которые ни о чем не подозревали. И, наконец, господин Кинг. 9 месяцев назад один из проверенных курьеров господина Сози был задержан за участие в афере каким-то коллегой. За 62 тысячи долларов его освободили. Нам понадобилось время, чтобы найти вас. Зачем вы все это говорите? Потому что вы украли у мистера Сози, Фенстер. За вами должок, и вы его заплатите. Господина Сози в первую очередь интересует наркотики. Он уже несколько лет конкурирует с группой аргентинцев. И пора им за это поплатиться. Через 3 дня они будут проворачивать дело на 91 миллион долларов. Господин Сози, хотел бы... чтобы вы не дали сделке состояться. Знаете, почему я не пристрелю вас прямо сейчас? Подарок от господина Соса. Всего хорошего, господин. Break down the walls to connect, inspire, eh. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. У них здесь все про меня. Все с 18 лет. Черт возьми, им все известно. Нет. Это несправедливо. Я не знаю, кто тот тип, который говорил про Сози в Нью-Йорке. Брикс Марвин. Он работал на Сози, но не напрямую. Он говорил, что имеет 5 раз больше прибыли, чем дело того стоит. Мне это не нравится. Мы в дерьме. Этот тип мог быть копом. Это подстава. Похоже, этот Сози мясник какой-то, редкостный, шизоидный, долбанутый мясник. Кайзера Сози не существует. Что такое Кайзер Сози?